закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться на мяч. Он должен в мозгу. В теннисе все из головы, все теннисные удары от мозгов идут. Он дает себе команду выносить бабышкой вперед. И чтобы мяч его не отвлекал, он закрыл глаза, и вот ему что надо. Ему бабышкой. Закрываем глаза бабышкой вперед. Супер. Супер. Еще. И не надо мяч. Мяч не нужен. Закрываем глаза. Не надо. И... Во-во-во-во-во. Ему ничего не мешает, он только думает об этом. Еще разочек. Вот идеально. Вот я буду смотреть его на видео. И еще раз. Еще очень хорошо. Вот. Уверяю вас, никакого трея у него нет. Еще раз. Он очень хорошо с закрытыми глазами. Так, пошел. И вот это у него. Это у него идеально. Еще раз с закрытыми глазами. Смотрю и записываю специально. Идеально. Ну, еще раз, это...